Bon, je pense que on avait repris les entraînements hier. Чувствовалась небольшая усталость. Я думаю, что это связано в основном с тем, что у нас была тренировка только вчера. Сегодня уже игра, но второй день сборов. Это непросто. Я думаю, что со временем ритм придет. Также уйдет эта усталость. И потихоньку войдем в игровое время. Тем не менее, несмотря на эту усталость, вам удался неплохой такой игровой отрезок сегодня. Вот отведенное вам время, вы успели забить гол и отдать голевую передачу. Это стечение обстоятельств или вы действительно в неплохой форме сейчас находитесь? Ну, я не могу сказать, что я сейчас еще в форме на 100%. Я рад, что удалось забить гол и отдать голевой пас. Я тренировался в Нигере, как-то поддерживал форму, но все равно, повторюсь, я еще не готов на 100%. Моя оптимальная форма пока еще нуждается в отшлифовке. Поэтому будем работать. Самое главное – это выполнять то, что тренер говорит на установке, когда выпускает на поле. Я его очень слушаю и постарался максимально выполнить все его требования сегодня. Если в целом об игре, о сегодняшней, могли бы там вспомнить ее, какой она получилась для команды? Все ли удалось, на ваш взгляд? Ну, игра, еще раз повторюсь, была непростая, в том смысле, что, опять же, на второй день сбора делать игру, это всегда непросто, несмотря на соперника никого другого. Но, опять же, порадуемся за результат. 3-0. Нам удалось забить, показать, я считаю, хорошую игру. И с течением времени, с каждодневными тренировками, я думаю, успех будем только развивать.